Понимаете, ребята, что ночью вообще-то бывает страшно. Особенно и мне бывает страшно, но помогает обычно только светильник. Я вам сейчас это и покажу. Это светильник ночью светится. Только ночью они другого цвета. А вот сейчас это и покажу. И все, теперь я уже включил мультик. Вот. Вот такой у нас светильник. Классно ночью горит. Хи-хи. Ой, уже новый. Нет, пока он еще работает другого цвета. Ночью в экране. Ну ладно, отпущу. Ну и ну. Как вы прочитаете? Это светит хорошо. Кстати, он так светит. Вот так вот не светит, если вот положить на пол. И думал, что это еще и фонарик. А оказалось, что нет. Ну, вообще, была дырочка маленькая. Думаю, что он все не превращается, не падает.